Ребята, всем привет! С вами Крошка Настя. Сегодня я вам расскажу про 17 видов скама в Adopt.me. На самом деле их намного больше, и каждый день в Adopt.me обманывают игроков, после чего они лишаются своих пэтов, а может быть даже и аккаунтов. Сегодня я покажу все популярные виды скама и как на них не попасться. Давно мечтала о робуксах? Тогда заходи на сайт robuy.gg. Робуксы на этом сайте вы можете купить по самому лучшему курсу. К примеру, 400 робуксов стоят 198 рублей. Robuy.gg имеет множество положительных отзывов, а значит, им можно доверять. А еще на Robuy вы сможете получить робуксы бесплатно. Делись с друзьями своим промокодом и получай робуксы с первой покупки друга. Также прямо сейчас проходит масштабный розыгрыш на 30 тысяч робуксов. Не упусти возможность выиграть робуксы, выполнив простые условия для участия в нем. Покупай робуксы дешевле, чем где-либо. Лучший курс на рынке. Моментальная отправка робуксов после оплаты. И круглосуточная работа сайта. Все это на robuy.gg, ссылка на сайт в описании. Первый вид обмана самый популярный. Это тест на доверие или же Trust Trade, это одно и то же, если что. Он заключается в том, что вы отдаете человеку питомца, он якобы должен вам его вернуть и вернуть с крутым подарком. Но 99% людей просто ливают с сервера и никто, как вы понимаете, вашего пэта вам не отдаст. Почему-то очень много людей ведутся на этот вид скама. Ребят, играйте спокойно и не ведитесь на такие трейды. Второй вид обмана – продажа пэтов за баксы. Вы видите, что человек продает крутого питомца за какое-то количество баксов. Вы платите ему баксы, он ждет, пока вы все заплатите, а потом просто ливает с сервера. Знаете, что за маленькое количество баксов никто вам не продаст крутого питомца. Третий вид обмана. Вас спрашивают, есть ли у вас друг, который играет в Adopt.me, и доверяете ли вы ему своих крутых пэтов. И говорят то, что подарят вам подарок, если вы доверитесь своему другу и отдадите ему крутого пэта. Пока ваш друг заходит в игру, этот скамер создает похожий аккаунт с таким же ником, как у вашего друга, но там может отличаться буквально один символ. Вы кидаете трейд не своему другу, а скамеру, сами этого не заметив. И просто отдаете своего крутого питомца не своему другу, а какому-то левому скамеру. Или может быть обратная ситуация, то что вы отдали пэта другу настоящему, а он не обратил внимания и отдал пэта не вам обратно, а скамеру, который создал похожий ник на ваш. И там отличается буквально один символ. Это очень грустно, так что если видите то, что вас спрашивают про каких-то там друзей, сразу отклоняйте трейд, а лучше выходите с сервера. Четвертый вид обмана. Кто хочет бесплатные робуксы или бесплатных пэтов, пиши «я». Вы пишите «я хочу». Человек просит вас написать свой ник в Телеграме или в какой-то другой соцсети. Вы пишете ему свой ник, и он отправляет вам вот такое вот сообщение. Бесплатные робуксы тут. И отправляет вам скам ссылку. Ни в коем случае не переходите по этой ссылке. Ведь сразу же, когда вы ведете свои данные от аккаунта, вас просто-напросто взломают. И вы лишитесь не только пэтов, а и всего вашего аккаунта. И уже нельзя будет его вернуть. Пятый вид обмана. Человек ставит поначалу обычных питомцев и потом ставит мега-неонового. И начинает заговаривать вам зубы. Пишет куча всего, вы пока что с ним общаетесь, и он незаметно быстренько меняет пэта на обычного, мега-неонового убирает. Вы не замечаете это и соглашаетесь на трейд. И вот вы совершили самый невыгодный трейд в вашей жизни. Вы думали, что там мега-неоновый питомец, а из-за своей невнимательности попались на обман. Там был просто обычный питомец, а человек уже просто ливнул с сервера, и никто вам, конечно же, пэтов не отдаст. На сервере находится человек с крутым питомцем, который говорит то, что отдаст этого пэта за какую-нибудь игрушку там или скейтборд. И буквально на этом же сервере вы встречаете человека, у которого есть эта игрушка, а на самом-то деле это его друг или второй аккаунт. Вы отдаете крутых пэтов за эту игрушку, потому что понимаете то, что сможете получить за нее Фроста, и кидаете человеку трейд с Фростом. Он на первый трейд может согласиться, а потом просто ливнет. И получается, вы взамен на своих крутых пэтов получили обычную игрушку, за которую не сможете получить даже обычного райд пэта. Вот такие вот скамеры, я сама их очень часто встречаю на серверах. Седьмой вид обмана. Дай, пожалуйста, пэта покататься. Я надеюсь, никто на такое не ведется. Прошу, это моя мечта, я верну, честно.
Вы даете этому человеку питомца, а он просто покидает сервер. Естественно, вам никто этого пэта не вернет. Сделаю пэта райд, пиши я. Это предложение может показаться заманчивым тем, у кого нету райд питомцев. Вы даете такому человеку питомца в надежде, что он даст ему родельку и отдаст его вам. Но он просто выходит из сервера и, понятное дело, ничего вам не отдает. Следующий вид обмана – это фейковые бомжи в Adopt Me. Они просто сидят на серверах и выпрашивают пэтов. Говорят, что они бомжи, давят на жалость, вы отдаете такому человеку пэтов в надежде, что получите благодарность, а он просто ливает с сервера, потому что на самом деле это никакой не бомж, а просто человек, который хочет прокачать свой инвентарь и бесплатно получить крутых пэтов. Десятый вид обмана – это фейковые игрушки. Вам может показаться то, что это питомцы, если вы не очень разбираетесь, и отдадите своего крутого пэта в обмен на них. А потом смотрите свой инвентарь в смысле, а где мои питомцы, я же только что затрейдилась. А потом смотрите повнимательней и понимаете, что вы затрейдились на простые, совершенно неценные игрушки, так что нужно быть внимательней. Следующий вид очень похожий. Это фейковые не питомцы, а фейковые суперценные игрушки. Есть вот таких вот две ценных действительно игрушки, за которых можно получить очень крутых пэтов. Но также есть и фейковые такие игрушки, которые на них очень похожи. Вы можете отдать своих крутых пэтов в надежде, что за эти игрушки получите что-то еще круче, а потом вы смотрите повнимательнее, и оказывается, что это просто аксессуар для питомца и совершенно неценная игрушка, за которую вы вообще ничего не получите. Так что опять-таки нужно быть повнимательней. 12-й вид обмана. Человек очень долго ничего не пишет, ничего не ставит в трейд, а вы ждете, пока он поставит своего питомца. А на самом деле это может оказаться читер, который взламывает ваш трейд. И если вдруг у вас случайным образом нажалась галочка, а вы этого не делали, быстро выходите из сервера, пока еще не поздно. Следующий вид обмана – фейковые ютуберы. Привет, я Женяша, дай пэта для видео, вернусь фростом. Никогда не ведитесь на такое. Настоящий ютубер никогда не будет у своих подписчиков просить пэтов. Ведь у него самого их достаточно, наоборот, он может вам подарить пэтов. И всегда нужно обращать внимание на ник. Он может быть совершенно не такой, как у настоящего ютубера. Следующий вид обмана. Меняю Murder Mystery на пэтов. Такие люди всегда не идут первыми. Они ждут, пока вы поставите своего питомца, и потом говорят то, что после трейда мы сразу пойдем в Murder Mystery. Вы соглашаетесь, отдаете ему своего питомца, потом ждете, пока он зайдет в Murder Mystery, и внезапно замечаете, что он просто удалил вас из друзей и украл вашего пэта. И, соответственно, Murder Mystery никто вам не собирался отдавать. Следующий вид скама – клонирую пэтов, пиши я. Якобы после второго трейда вам должны отдать второго такого же питомца, как вы дадите, типа склонировать. Вы отдаете этому человеку своего пэта в надежде, что он отдаст вам два одинаковых во втором трейде, а он просто уходит с сервера. Ну и, собственно, никто ваших питомцев вам отдавать не собирался. Следующий вид обмана. Если вы трейдите олдовское яйцо, никогда не добавляйте никого в семью. Ведь после того, как вы добавите в семью человека, он может просто пойти вылуплять ваше яйцо, выполнять задание, а вы даже этого не заметите. А потом поймете, что от вашего яйца остался комоновский пэт, который вам вообще не нужен был. Ну и последний вид обмана на сегодня. Донат робуксов за пэтов. Это предложение может показаться заманчивым тем, у кого никогда не было робуксов, но есть прикольные питомцы. Вы отдаете этому человеку своего пэта, он говорит, сколько робуксов вам задонатит, обычно он говорит большую сумму, чтобы вас это больше привлекло. Вы отдаете ему пэта, а он просто выходит с сервера, и никто вам донатить не собирался, он просто на халяву получил вашего пэта. Ну что ж, вот таких вот 17 видов обмана я вам показала в этом видео. На самом деле их существует намного больше. Ребята, никогда не ведитесь на такое. Вообще, просто спокойно играйте в игру, если видите что-то подозрительное, например, Trust Trade, никогда на это не ведитесь. Если это видео вам помогло, обязательно поставьте лайк и не забывайте подписаться на мой канал. Всем пока-пока, ждите новых видосиков.